Упражнение номер два. Положение также ноги вместе, четко отстроена передняя линия, большие пальцы ног. Сгибаем колени и уходим в легкий присед. Укладываем руки на колени и еще больше сгибаем колени, вытягивая спину. Вот, отталкиваясь руками от колен, дорабатывая плечевые суставы и вытягивая позвоночник. Допустимо садиться еще ниже и ниже, если вам это получается. Дальше вытягиваем руки вперед, вытягиваем шею, тянемся макушкой вперед и приподнимаем голову, смотрим вперед. Идеально. Ровная линия горизонтальная. Спина работает, ноги работают. Все, что нужно. Ой, вообще здорово, классно. Я уже хочу дальше. Классно, хорошо. Да, это незаменимая асана. Готово. Поехали.